мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Кызыл, где сегодня под его руководством состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников. Делегации участников саммита начали прибывать в Туву 5 июня. В этот же день министры обороны стран Содружества независимых государств побывали в Национальном музее, где были представлены работы Сергея Шойгу. Отметим, что работы министра обороны выставлены в рамках проекта «Несокрушимая легенда». Также проект предусматривает и выставку работ студии военных художников имени Грекова, плакатов из фондов Центрального музея вооруженных сил и фотовыставки «Армия России» Министерства обороны. Почетное право открыть выставку предоставляется министру обороны Российской Федерации, герою России, генералу армии Сергею Кыжгетовичу Шойгу, главе Республики Тува, председателю правительства Республики Тува Шолпану Валерьевичу Королу и директору Национального музея имени Алтан Матер Кадрову Алексеевичу Печерлиеву. Далее делегация министров обороны посетила скульптурно-архитектурный комплекс «Центр Азии». Лучшие мастера искусств республики представили гостям концертную программу перед скульптурной композицией «Царская охота». Народы Центральной и Средней Азии, народы России и всей огромной Евразии, все мы являемся потомками древних скифов, наследниками их великой славы, культуры и могучего духа. На заседании участвуют делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполкома и рабочих органов СНГ. В качестве почетного гостя на саммите присутствует министр обороны Монголии, с которым Сергей Шойгу встретился сегодня. Уважаемый господин министр, приветствую вас в России, в исторической родине. Спасибо, что выполнил приглашение посетить Россию и провести консультации по вопросам военного и технического сотрудничества. То, о чем мы с вами договорились в апреле, во многом начали реализовываться. И, думаю, что то, что мы наметили на будущие годы, нам следует поместить в совместный план действий. Предварительная проектировка этого плана мы подготовили. Думаю, что с учетом ваших мнений, ваших поправок, мы сможем его достаточно короткое время подготовить и принять. В остальном все мероприятия идут у нас достаточно неплохо, эффективно. Идет подготовка к совместным учениям. Идет большая работа по подготовке кадров. Я буквально перед отъездом подписал решение о обучении в нашем президентском корейском корпусе ваших ребят. Надеюсь, это будет полезно и это будет развиваться. После министра обороны Содружества независимых государств во главе с Сергеем Шойгу направились на площадь Победы Кызыла, где прошла церемония возложения венков. Напомним, Совет министров обороны СНГ является рабочим органом Содружества независимых государств, подотчетным Совету глав государств СНГ и Исполнительному комитету. С конца 2012 года Совет возглавляет министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. До Тувы его последнее заседание состоялось в Душанбе осенью 2017 года. Опубликован и доступен для бесплатного скачивания эксклюзивный информационно-аналитический обзор «Енисейская Сибирь. Красноярский край. Республика Хакасия. Республика Тыва», который подготовлен Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю Республик Хакасия и Тува. Идея создания обзора возникла не случайно. В послании Федеральному собранию России в декабре 2012 года Владимир Путин обозначил вектор развития страны в 21 веке – Сибирь и Дальний
Дальний Восток, где сосредоточен основной потенциал дальнейшего становления России. Поэтому сейчас особую актуальность приобретает проект «Енисейская Сибирь» – объединение экономических усилий трех регионов – Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва, предполагающий активизацию взаимодействия крупных межрегиональных предприятий для повышения экономической активности регионов Сибири. Отмечается, что в новом обзоре «Красноярск-Стата» отражены результаты анализа, которые демонстрируют огромный потенциал Енисейской Сибири для развития и реализации крупных инфраструктурных проектов. В Туве завтра пройдут впервые гонки военного ралли 2018. Оргкомитет военного ралли принял решение провести 7 июня два этапа. Индивидуальная гонка по первому маршруту, как и планировалось ранее, пройдет по территории Тандинского района. Старт неподалеку от села Байхак. Вместе старта будет обозначена площадка для зрителей и автостоянка. Об этом позаботится администрация района. От каждой из шести команд участвуют по 4 автомобиля, 2 КАМАЗа и 2 Урала. Таким образом, состязаться на трассе первого этапа длиной более сотни километров будут сразу 24 экипажа на 24 автомобилях. Финиш первого этапа в 2 километрах западнее источника Тосбулак. Администрации района рекомендовано позаботиться о том, чтобы местные чабаны, чьи стоянки расположены в зоне трассы, получили полную информацию с реальным отражением маршрутов, для того, чтобы безопасно разместить свои отары. Также 7 июня на полигоне 55-й отдельной мотострелковой бригады пройдет огневой этап, в котором участвуют автомобили «Тигр». Завершающий этап военного ралли «Командная гонка» пройдет 8 июня на территории Кызыльского района. Участвуют все 30 автомобилей, по 5 от каждой команды. Это бронированные «Тигры», грузовые автомобили «КамАЗ» и «Урал». Старт в районе угольного разреза «Каахемский», финиш в местечке Тосбулак, где обычно завершаются традиционные конные скачки во время надыма. На финише будет организована площадка для зрителей. Торжественное закрытие состоится в Кызыле на площади Арата 9 июня. В связи с перегоном воздушного судна авиакомпании «Нордстарт» имеется возможность отправиться прямым рейсом из Абакана в Красноярск на самолете «Боинг» вместимостью 180 пассажирских кресел 21 и 22 июня. Об этом сообщает сайт Абаканского аэропорта. Вылет из Абакана в 15:10, прилет в Красноярск в 16:10, а также 29 июня с вылетом из столицы Хакасии в 14:40. Стоимость билета составляет около 2000 рублей. Кроме того, из Красноярска в Абакан также можно приобрести билет на 9 августа. Вылет из аэропорта Емельяново в 4:55 утра. Стоимость билета также около 2000 рублей. Напомним, что из Абакана в Красноярск и обратно каждый четверг летает 5-местный самолет. Игра перешла в реальность. Хоррор-квест «Black Hole». Жутко страшно. 999-999-1317. Возрастные ограничения 18+. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то Тува ТВ. Прокуратурой Тандинского района республики проверена реализация администрацией муниципального района полномочий по оборудованию придомных территорий районного центра села Байхак детскими и спортивными игровыми площадками. По итогам проверки установлено, что администрацией меры по оборудованию детскими и спортивными игровыми площадками не были приняты. Средства на проведение работ по благоустройству придомовых территорий в бюджете администрации муниципального района не предусмотрены. Так, в адрес исполняющего
исполняющего обязанности председателя администрации Тандинского района, так в адрес исполняющего обязанности председателя администрации Тандинского района было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако администрация никаких мер не приняла. В связи с этим прокуратурой в Тандинский районный суд направлено административно-исковое заявление о признании бездействия администрации района незаконными и о возложении на нее обязанности оборудовать придомовые территории многоквартирных домов детскими и спортивными площадками. Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в службу судебных приставов района. В минувшие дни на площади Арата состоялось вручение двух передвижных дезинфекционных камер противотуберкулезному диспансеру. Передвижные камеры будут использоваться для дезинфекции и обеззараживания очагов инфекционных заболеваний, в первую очередь туберкулеза. Дезинфекционные установки приобретены в рамках реализации проекта «Пути к долголетию» и будут работать на территории всей Республики Тыва. И вновь раздача бесплатной порции правильного питания прошла сегодня на радио «Голос Азии». Радио-квест «Замес майонез» и «Гранд Холл столичный» дарит победителям обеды здорового питания в обмен на загадки. Участникам необходимо разгадать загадку, понять, в какой части Кызыла ведущие радио на этот раз спрятали приз, и приехать туда первым. Сегодня победителем квеста стала девушка по имени Евгения. Она долгое время пыталась перейти на правильное питание, а победа в квесте приблизила этот момент. «Замес майонез». Стать победителем квеста может каждый. Кстати, попробовать здоровый обед от столичного всего-то 160 рублей может каждый. Звоните и заказывайте по телефону 933-999-9222. У них есть и пакеты дневного пятиразового питания, куда входят завтрак, полдник, обед, перекус и ужин. Стоимость одного пакета полноценного питания 500 рублей. О других акциях узнавайте по телефону или в эфире радио «Голос Азии» на 102.5 FM. Спонсор прогноза погоды – КПК СССР. КПК СССР предлагает жителям Тувы заключать максимально выгодные договоры. Уже сотни семей, присоединившихся к движению кооперации, получают ежемесячную прибыль и знают, что в любой ситуации они могут положиться на нас и получить заем быстро, под удобный процент и без сбора пакета документов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. И о погоде. По республике переменная облачность, местами небольшой дождь, возможно, гроза. В Кызыле переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.